первом квартале 2017 года на территории Кашкабльского района возросло количество дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли и пострадали люди. Основными причинами данных происшествий являются такие нарушения, как выезд на полосу встречного движения, нарушение скоростного режима, управление в состоянии опьянения. Убедительная просьба жителям и гостям района соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в состоянии опьянения.